не работали раньше на импортных вакцинах. У нас все вакцины есть отечественного производства. Слава богу, в этом отношении мы, наверное, очень хорошо защищены. Было бы только желание приходить, люди добрые. Неделя иммунизации – как раз повод напомнить, чтобы приходили. Ведь благодаря прививкам, по словам медикам, в крае давно не регистрируют случаи заболеваемости дифтерии, 2 года не фиксировали кори-паротит, были единичные случаи заболеваемости гепатитом Б. Частенько мамы еще до рождения малышей принимают решение не ставить прививки, порой забывая, что без прививочной карты можно остаться без детского сада. Такая проблема есть, поэтому мы начинаем по-хорошему работу даже с беременными, да, с будущими мамами, рассказываем, что у вас родится ребенок, и вы должны его, буквально, как я сказала, с первых часов жизни он должен быть вакцинирован. Сегодня врачи напомнили, что в весенний период активизации клещей лучшей профилактикой энцефалита служит прививка. И хотя сейчас ее ставить тоже можно, заботиться об этом стоит за полгода. Кстати, прививку от клеща можно ставить и детям, если малышу уже исполнилось 3 года. К тому же детские прививки бесплатны. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.